Хекс по нему цепляет Envy. Ультимейт аппарата залетает в него. Envy есть Блэкинг Бар. Палантимас будет его бить. Под фаерштормом Юниверс выдает хроносферу. Достаточно неплохо все это смотрится. Палантимас может погибнуть в этой драке. Да, его убивают. Тут же выкупается он. Тут же выкупается, понимая, что драка будет за Рошана. Envy очень сильно просел по здоровью, но минуснуть его так и не получилось. Близзи отменил Даркрифт. Еще один Хекс. Вновь по Envy. Юниверс, хроносфера там с Аганимом была ли? Да, да-да-да. Через 30 секунд уже будет хроно. Дерево могут забрать. Адам собирает, забирает гем из-под носа у Джакира. Страхует, страхует Юлу ДП. Хороший пит оф Малис, ультимейт летит от Слеера. По Envy попадает, попадает также и по диджею. Диджея забрали, Envy снова под хексом. Envy догоняет, он не сумел прокатиться вниз. С возвышенности его забрали, заберут и Абеда. Еще одно важное убийство для коллектива Вега Сквадрон. Адама тоже убивают. Это прекрасная драка для Веги. Два выкупа.